Не менее 16 человек стали жертвами стрелка в канадской провинции Новая Шотландия. Среди погибших сотрудница полиции с 23-летним стажем, у которой осталось двое детей. Женщина была убита во время операции по поимке злоумышленника. Стрелявший был частично одет в полицейскую форму и передвигался на автомобиле, выкрашенном под полицейский. Первая информация о выстрелах стала поступать из прибрежного городка Порт-Пик. Звуки стрельбы доносились из жилого дома. Потом мужчина стрелял еще в нескольких местах. Стражи порядка пытались обезвредить его на протяжении 12 часов. Местных жителей просили не выходить из домов. Мы сосредоточились на безопасности местных жителей. Поиски подозреваемого завершились утром. Мы его нашли. И я могу подтвердить, что он мертв. Стрелявшим оказался 51-летний зубной врач Габриэль Вортман. Полицейским он не был. Согласно предварительной информации, Вортман не был знаком с большинством своих жертв. Его мотивы пока неизвестны. С терроризмом инцидент не связывают. Сегодня очень многие семьи в трауре. Им нужна поддержка. Это происшествие затронуло всю провинцию. Нам, как жителям Новой Шотландии, нужно сделать то, чем мы славимся. Объединиться в трудные времена и поддерживать друг друга. Для Канады инцидент стал самой смертоносной массовой стрельбой в современной истории. Здесь торговля оружием регулируется строже, чем в США.